Криминалистическая наука сегодня может рассказать о человеке очень многое. А его невиновность, а порой и жизнь, может зависеть от самой малости – отпечатка пальца. Он расскажет свою историю. Ученые Томского политехнического университета разработали технологию получения нанодисперсного порошка, который позволяет дактилоскопически исследовать отпечатки, оставленные практически на любой поверхности. Дактилоскопия – это очень актуальное направление на сегодняшний день, потому что все порошки, которые производятся в России, компонентный состав производится из-за рубежа. На сегодняшний день мы занимаемся тем, что производим импортозамещение. Мы делаем дактилоскопический порошок на томском сырье, то есть то, что производится только в Томске. Уникальность томского порошка в том, что он позволяет снимать четкие отпечатки практически с любой поверхности и любого материала. Особенно это может пригодиться тем, кто борется с распространением наркотиков. Их чаще всего пакуют в полиэтилен, на котором существующим способом снять пальчики очень сложно. Еще одно достоинство разработки томских политехников в том, что она позволяет увидеть не только свежие следы. Наш порошок именно универсальный, то есть он работает и как в случае старых отпечатков, в случае новых, то есть жировые. А выделение порошок прекрасно ловит и отражает. Производство такого уникального порошка возможно благодаря плазмодинамическому синтезу, который осуществляется в специальной установке. Сырьем для него могут служить даже сантехнические трубы. Берется обычная труба из системы сантехническая, то есть отрезается. Вот отрезается, здесь нарезается резьба, она вставляется в ускорители, то есть в внутренних стенок вот этой трубы как раз и происходит наработка железа, которая потом в процессе реагирует с кислородом. Из-за того, что он нано, соответственно, стоимость его геометрически возрастает по сравнению с обычным порошком. То есть, ну, вот если взять карбид кремния, микронный и наноразмерный, то микронный, у наноразмерный стоит 2000 долларов, а микронный стоит 200 долларов. Сегодня коллектив разработчиков работает над усовершенствованием структуры и удешевлением конечного продукта. Но уже сегодня установка позволяет получить 40 граммов порошка за одну секунду.